Ну что, время офигительных историй. За день до мероприятия мы списались с клиентом, и он подтвердил, что праздник состоится в 19:00 на следующий день. На улице минус 15, пурга, я иду с огромным чемоданом, подхожу к двери места, где будет находиться, дергаю, но дверь закрыта. Звоню клиенту, и, естественно, он не берет трубку. Перебирая в голове все варианты отката, я решила, что постою, подожду 15 минут, вдруг они опаздывают. Через 15 минут мне перезванивает клиент и говорит: «Заходите». Попыталась ему объяснить, что дверь закрыта, но он меня не слышал и все равно твердил, что пора заходить. Я уже подумала, что перепутала место, полезла в переписку, но нет, это точно был тот самый клуб, который мне назвали. Через 5 минут мне перезванивает клиент и начинает меня орать и спрашивать, почему же я опаздываю.